Привет! Вы на канале Roblox Serie, и сегодня у меня видео опять в каталог Аватар. Со мной Ева, которая только что украла мой скин, который я сделала. Это шикарный скин Зайки. Всем привет! И, в общем, сегодня у нас будет батл. Мы будем создавать хэллоуинские скины, и вы в комментариях будете, в общем, оценивать. Это видео выйдет и на канале Сонны Евы, и на канале моё. Короче, если вы видите, что на канале Сони здороваюсь я, то... Ничего страшного. Что? Ничего страшного. Да, ничего страшного. Ну, короче, пошли куда подальше от друг друга, и потом у вот этой вот белой штуки мы будем, ну, в общем-то, мы увидимся друг другу. Если вы сейчас видите, что экран Евы, то не удивляйтесь, потому что я играю с моего телефона, а Ева снимается со своего телефона. Вот такие у нас странные дела, в общем, так. И, короче, начинаем. Сколько времени нам дается? Сейчас 20:20, и мы, наверное, будем заканчивать в 20:30, окей? Ну, окей. А если раньше, то раньше, все нормально. Все, быстренько я снимаю все с меня. И, Ева, кстати, ты тоже должна все снять. Чур, не берем эти скины. И мне кажется, наши скины будут похожи на друг друга, потому что наш стиль похож на друг друга. Вот такие вот у нас интересные делишки. А, блин, у меня уже ты надо все делать. Ты делаешь парня или девчонки? Я? Ты мальчишеский стиль делаешь или девчаческий? Конечно, девчачий. А я делаю... Ну, значит, я вообще-то хотела... Ну, давай на камень, ножницы, бумага. Интересно, как мы это сделаем. А я уже начинаю делать. Ну ладно, все, значит, я делаю скин для мальчиков. Мне кажется, тут появились некоторые такие вещи, которые, ну, прям очень крутые. Ну, прям мега. А я вообще-то в эту игру играю в первый раз. Ага. Угу. Ну, ничего, ничего. Нормально будет, нормально. Ой, господи, я только что прыгнула на кровать, это ужас какой-то. Что творит Мария? Так, ну почему мне опять достался скин мальчика, а? Ну почему? Потому что ты мальчик. Ты чё? Чё-чё? Совсем что ли уже? Что я делала? Сделала. Обзываешься. А что, быть мальчиком это плохо? Ева! Что? Я тебя убью после всего. Бей. Бей меня. Бей. Как? Темно на улице, но я как вот встану, сейчас обувь одену, ты живешь недалеко, знаешь, соседняя квартира. Я вот как приду, как постучу в дверь. И чё? А я скажу, кто там? Деловая такая, деловая вся такая. Я скажу, а кто там? А ты, значит, начнешь там смеяться, и я тебе спалю. Да 100%, ребята, я прям правду говорю, когда я хочу что-то сделать страшное, я всегда смеюсь и так палюсь. Ну, короче, до снятия видео я где-то полчаса смеялась с Евой, после которого мы собрались и начали спокойно снимать видос. Ага, конечно. Потому что, что не скажешь Мария, она начинает хихикать. О, видите? Ну нет, ну а что мне поделать? Я люблю смеяться. Во-во.
Во-во. Да-да. Я сейчас смотрю, как смеяться, и ты... А, кстати, через... Вот-то. А, кстати, сейчас время закончится почти. Слушай, ты чё? Коромысли. Совсем кроме? Совсем, что ли? А чё? Сейчас 20:23, ещё 7 минут. Да, это же не скоро. Нет, не скоро. 7 минут. Ой, блин. У тебя какой стиль? Призрачный или тыква какая-то там? А я тебе не скажу. А почему? А потому что это сюрприз. А то... Пожалуйста. Никаких пазязя. Ребята, знаете, то, что когда меня так, это, как его, говорят, пожалуйста, да-да-да-да-да-да, я не соглашаюсь. Ну, пожалуйста, ты бы видели мои блёшки? Нет. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Мария, успокойся. Призрака. Я тоже так делаю. Ага, а я тебя соврала. Ты маленькая крышка. Сама ты крышка. Я не маленькая крышка, я маленький медвежонок. Ну ладно, все, на серьез. Я уже слишком милоту свою это. Давно я не показывала свою милоту, а сейчас что-то там. Ой, хватит, я хочу с мяськой. Хватит, Мария, ты у меня уже сейчас бесишь. Слышь? Что такое, женщина? Хватит называть меня женщиной. Это уже второе видео подряд, как ты меня так называешь. Хорошо делаю, что называю. Девочка. Маришок. Ну да, я люблю, это мы любим. Маша. А сейчас я готова тебя убить. А ты ж там милашка? Ну да. Вот и не убивай меня. Я ж твоя ЛПшка. Смотри на крышку, а? Что за фигня? А знаете что, я уже почти готова. А я тоже почти готова. Только я майку уже даже не знаю, что выбирать даже. А то я еще и майку не... А где майки, а, находятся, а? Где майки? Сколько осталось, кстати, мне интересно? Ой, 4 минуты. Ну ладно, норм. В принципе, норм. О, ладно, еще я нашла майку. Вау, у меня прям такой крутой пацан получился. Я не... Я девочка, да, такая, но подобрала скин неплохой такой, знаете... Неплохо. А ты уже готова? А как вы... Ну, почти, почти. Почти, почти, окей. Ох, хватит меня дразнить, мне это не нравится. А мне не нравится, когда ты твой свой голос меняешь. Короче говоря, это просто я, которая ходила на театралку. Ну, вот так вот. Я, кстати, кучу выступала там еще, ну, в общем, такое, все такое, все такое. Всегда мои роли были всякие такие милашные, такие крутые, все, в общем, такое. Если Но чё... всегда практически я готова. Погоди. Я готова, а уже все, а надо было раньше. А время уже все? А времени еще есть? Не, еще 3 минуты, 3 минуты. Можешь подумать, можешь сделать это, можешь сделать то, ну,
Все, я уже это готова. Не, ладно, не готов. Что? Подождите. Ага, вот, подожди. Слушай, расскажи какую-нибудь шутку, может быть, а? Извините, с этими анекдотами у меня все плохо. У меня тоже, кстати. Ну, я не понимаю и не знаю. Вот так вот. Это просто золото. Шо? Я сейчас нашла золото, не представляешь. Придешь, мне это кажется, это все будет не в мой вкус. Я ничего не поняла. Что ты сказала, если честно? Вот и не понимай. Ой, какая ты у нас девчонка-то дерзкая, а? Ты готова? Да. Я тоже. А чё? Всё, давай встретимся. Ну всё, пошли на вот этот вот... Не знаю, что это такое, ну... В общем. Я уже пришла. А говоришь, призрачный стиль делала? Я же тебя врала. Ну шо это за чёрная? Давайте краш, мы прям краш. Не-а. А вот ты стройная девчонка. Соня судит, Соня судит. Достаньте на место. Погоди, Соня судит. Соня, по-твоему, какой красивее? Марин или мой? Твой. Да, ха-ха-ха-ха. Вот для Сони красивее мой. Подождите, вот привет, вот девочка подошла. Ну давай напишем ей, давай пиши. Сама писай. Окей, я сейчас напишу и посмотрим, у кого круче. Пиши. Сейчас я напишу, оцени наш скин. Наш скин. Я сейчас напишу, у кого лучше. Угу. Писай. Пишу. Господи. Пишу я уже. У кого лучше? Она пишет, воу. Ну, вообще, этот скин создавала девчонка. Ну ладно, подыграем чуть-чуть. Ну что, у кого лучше? У вот этого вот красавчика или вот этой вот девочки? Ну, или у Евки? У меня, я сейчас напишу, у меня или у Евы? У вас двоих. Нет, выбери один. Нет, я напишу, выбери один. Один. Ты куда поскакала, а? Ты куда поскакала, слышь? Я не скакаю, я просто прыгаю. Хм, кого же она выберет? Элегантный, красивый, это боевые искусства обладает, но это, конечно же, я. Mm-hmm. А вот это вот тыква, которая со мной стоит. Желтая. У меня, да? У меня? До свидания. У этой женщины просто нет вкуса. Куда пошла? Ну все, наша тыква уже поскакала. Куда? Ну ты куда? Ну да. А Ева? А Ева ускакала. Ева пошла, она за тобой. Ева, ты куда? Ты где? Я там месте, в котором вы меня не найдете. Эта девочка тебя ищет. Ну ты чё? Пусть поищет. Ева, ну ты чё? Ну это справедливо, эта девочка меня даже не знает. Во!
я. До свидания. Ну чё, ну красивый, элегантный, ну прям краш, скин краш. Ага. Ну ты чё? Угу. Стой, ну ты чё? Ну ладно, мне ещё подписчики напишут в комментариях. Ага, конечно. Что написано? Ну чё? Ты чё? Ну ты чё? Вот. Ну поезжай! Слушай, ну смотри, ты говоришь, что ты обиделась, и вот сейчас она скажет, ну то, что ты красивая, но это нечестно. Сейчас подписчики будут писать, что ой, сейчас Ева красивее, но это же нечестно. Ага. Ну что, я не правда говорю? Ну чё? Ну у тебя, кстати, мало аксессуаров, если честно так. А давай пойдем у другого человека и спросим у нее или у него. Окей, no problem, пошли, кого хочешь. На этот раз ты выбираешь, чтобы даже меня не узнавали. И а я говорю, мне кажется, если ты просто ей сказала, она тебя выбрала. Давай посмотрим. Например, у этой женщины. Да какая она тебе женщина? Сейчас пишем. Привет. Ну ты тоже напиши. Я знаю, что я с ошибками пишу. У кого? Ну ты чё так пишешь? У кого? У кого красивый? Раз. Так, подожди. Раз. Два. Или... Три. Я один. Ну, напишите, ребят, я, например, номер один. Ева, ты напиши, что ты два, а та девочка, ну, будет, наверное, три. Я два. Эта девочка вообще нас видит? Подожди, я сейчас хитрю, ну, в общем, я сейчас хитрю немножечко. Не надо ничего не делать. Опа. Подожди. Какая ты читер. Ну-ка, посмотрите на меня. Модель, ну вылитая модель. Ой, мамочки, давайте пройдем. Пойдем туда. Видите? К ней. Пошли. К другой. Пошли, давай. Те, которые шевелятся вообще. Вот пацаны стоят. Ну давай спроси. Ну конечно они тебя выберут. Ты же пацан. Ну я же пацан, ты чё? Сейчас пишем. У кого? Ну естественно вас выберет. Ну, естественно. Ну, давай ты говори, а то я это уже слишком... Я с ошибками пишу. Я поняла уже. Они, короче, не хотят. Да, блин, ладно, у тебя красивые, в принципе, типа красивее, ладно. Смиримся. Да, пошли мы другой какой-нибудь девчонки спросим. Блин. Так, где? Вот спросим. Вот. Подожди. Ну ты куда? Спроси. Давай, спрашивай. Привет. Вы все такие троицы, такая красивенькие, все такие. Привет. Ушел. Ну пиши уж! Ева, пиши! Пишу.
у кого скин лучше? Я знаю, что я ошибка. Я сейчас напишу, я девочка. Я девочке я напишу, я девочка. Если чё. Если что. Ну вот так вот. Ну прямо вот так. Ну чтоб точно ничего не было. Ну чё, ушёл. Ну всё. Ну вот, выбери, ну кто-нибудь, ну выберите нам скин, ну у кого лучше? Она ушла. Ну, у кого спросить-то? Ладно, ребята, давайте закончим это видео. Я знаю, я с ошибками разговариваю. Ну, давай кого-то спросим, потому что я как поняла, ты обиделась на меня. Да ладно, все, эта женщина тоже говорит, хватит. Нет, я пишу, кто оценит скин, пиши я. Ой. Ну, хорошо. Да, блин. Мы блогеры. Снимаем видео. И нам надо, чтобы кто-то оценил. Надо, чтобы оценили. Чтобы оценили. Она написала, ну и я. Ну подожди, я сменю скин, а то она не поняла, кто я, зачем я, когда я вообще. Я Мария. В скине парня. Вот такая вот принцесса скрывается. Ну принцесса, ну чё, вот. Вот. Вот так вот. Это я. Да, вот такая вот. Радужная вся такая мишка. Ну напиши, Ева, Сон и Ева Плей. Ну напиши ты, ну напиши ты. Я делаю новый ну, скин. Ну ты чё? А чё? Я рандомно сейчас одену. Она пишет, а я чудо-чай. Вот умная женщина. А я ей поверила. Ты уже новый скин делаешь? Да. А зачем? Просто так. Все, ладно, не буду делать. А я сменила скин. Ну давай, ладно, одену. Хочешь испугаться? Не-а. Очень смешно. Чё, не страшно? Не-а. Не папеньки. Смотри, у меня 90% скины для мальчиков. Не знаю почему. Вот, где ты? Я тут. О, господи, я думаю, кто это? Смотри. Мы близнецы, мы близнецы. Конечно, конечно. А ты посмотри на вот эту красавицу. Очень красиво. Ну, крошиха, не? Не-а. Слышь ты, я уже обижаюсь.
А это? А ну-ка. А ну-ка посмотрим-ка мы сейчас. Это да, нормально. Это окей, все окей, ладно, это норма. Все окей, ладно, ладно, ну чё. Так, я хочу одеть, наверное, вот этот скин. Я люблю этот скин вообще очень сильно. Смотри, если бы логотип моего канала был бы зайка, то я бы 100% бы была в таком скине. Не хватит ли снимать? Ну да, хватит 100%. Все, давай прощаться. Ну, в общем, такое видео какое-то у нас получилось, и я выше Евы, как и в Real Life. Ну, в общем, кому понравилось это видео и наши ссоры с Евой, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, и пишите в комментариях, у кого все-таки лучше скин, давай оденем, если ты, конечно, сохранила скин. Я не сохнали. Да-да-да. Ну, в общем, я тоже не сохранила, так что давайте... Решайте, у кого лучше все-таки скин. Ну а мы будем прощаться с вами. Всем пока-пока. Всем пока.